Всем привет, с вами Крошет Дэй, и сегодня наконец-то мне приехала посылочка с одеждой для утки с Алиэкспресс, и не только, давайте оденем наших уточек, да, Луна? Ой, красоточка моя! Начнем с желтой уточки, и я хочу взять красную одежду. Давайте ее оденем. Желтую удочку мы одели и переходим к белой. Белую я хочу одеть вот такую вот шапочку. На, понюхай. И платьечко. Давайте оденем. А вот этот костюмчик с Алиэкспресс. Мы одели нашу белую удочку. Мне очень нравится костюмчик, потому что тут ушки. Нежно-розовый цвет. И мне это очень нравится. Посмотрите, как она выглядит с всех сторон. Переходим к розовой. Розовую уточку оденем в желтый цвет. Мне очень понравилось, как наша уточка выглядит в желтом. Давайте теперь будем одевать в белый. Мы одели желтую уточку. Смотрите. Аринка, ну покажи, как она выглядит. Белый. О, прикольно. А сзади покажи, как выглядит. Вот так. Ну, красиво смотрится. Давайте теперь оденем розовую уточку в желтый цвет. Мы одели розовую уточку в желтый свитерок. И давайте оденем последнюю уточку, то есть белую, в оставшуюся одежду. Вот такая вот у нас уточка получилась. У нее такая вот, можно сказать, рубашечка, как будто она в школе где-то учится. И, кстати, я это платьечко сделала сама. Я взяла маленькие штанишки, отрезала низ, сделала отверстие для лапок уточки, и получилось вот такое вот платьечко, очень милое. Был Крошет Дэй, ставь лайк и подпишись на канал. Всем пока-пока! Пока-пока! И не пропускай наши новые видео!